Всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, мы вместе с вами продолжаем играть в Аттилу Total War за Эбдалов на легендарном уровне сложности в один стак и без автора счета. Ну что ж, остановились мы с вами на том, что взяли в осаду Ландини и Камолондон, решила буквально двумя атаками полностью уничтожить Британию, и за счет того, что мы вступили с вами в войну с Британией, за них еще заступились франки, поэтому я думаю, что как только мы захватим Британию, мы отправимся уничтожать франков. А может быть, получится в результате нескольких войн заключить с ними мирный договор. Хотя я уже смотрю по тому, куда они ведут свою экспансию, и я понимаю, что это, ну, как раз-таки наши конкуренты на Галлию в будущем. Поэтому с ними тоже придется разобраться. А, еще и юты тут сидят. Кстати, данники франков. Самое, что интересное. Ну что ж, давайте сперва проведем атаку с моря на прибрежное поселение Британии. А что тут у них в распоряжении имеется? Давайте посмотрим. Ну, тут, скорее всего, понятно, конные разведчики будут. Ну, в принципе, два военачальника будут. Кстати, пробовал ночную битву. Ничего не меняется. Хотя вот сейчас он потемнел. Но, если честно, я его уничтожу. Я думаю, что это не сильно прям там решит исход боя, если он будет у нас принимать эту битву, этот военачальник. Я его уничтожу, потому что иначе, если он убежит, он где-нибудь наймет наемников и пойдет какое-нибудь у меня поселение заберет. Этого допустить нельзя. Двух генералов сейчас надо этих будет убить. Ну что ж, всем приятного просмотра, друзья. Поехали! Так. Дождь. Сухая погода, вот там, то в первом варианте был какой-то небольшой туман, а тут прям такая конкретно сухая погода будет у нас. Ну что? Давайте 5 кораблей тогда будем высаживать здесь. Остальных высаживать будем здесь. Так, Либурна. И корабли с лучниками у нас еще есть. Ну что, поехали. Поселение получило 56% урона. У них, кстати, будет пониженная атака. Эти боевой дух пониженный будет идти. Для нас это даже хорошо. Все, отправляемся. Паруса! Враг получил... Так, этих тут высаживаем. Этих вот тут. Их поселение почти разрушено. Все, ускоряемся. Что, она продолжает гореть, что ли, или нет? Да нет, вроде. Так, у меня есть копеечки? Вроде бы есть. Враг приближается. Вот они, отлично. Интересно, реально залпом один попробовать снять военачальника? Было бы замечательно. Так, сколько сюда кораблей у нас зайдет в порт? 5 кораблей, да, можно выгрузить нам сразу. Единоразово. Окей, давай тогда вот сюда. Лучники, сюда поближе подплываем. Так, а что стоите? Вперед! Еще ближе подплываем, насколько это возможно. Гасим по этим, давайте тогда. Так, а ты что стоишь-то?
Думал, ты уже высадился у меня давно. Бля, тут уже просто половину расстреляли меня сразу же. Вот это вот хватаем, убиваем. Отлично, лучников сразу мы перебили. Вот наш генерал, давай сюда тоже. Перезарядку. Вот этого бы долбануть бы. И было бы круто. Так, обходите. Бля, ну почему вы еще чуть-чуть не постояли у меня, не подождали? Чего ж вы так быстро-то сдулись? Бля, и лучников там не добили мы. Что лучников не добили, вот это фигово. Вперед, 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 вперед за ними. Я тут пока с этими разберусь. Бля, либурна сраная. Че, других целей нет, что ли, у тебя под боком? Во, отлично, расколбасили их. Так, ой-ой-ой, копья, копья сзади. Конница, конница, конница. Развернуться, развернуться быстро. Хрен тебе, блин. Обломали мы ее жестко. Вообще стрелять не умеет, заразина. Наши войны бегут с поля боя. Какой позор! Так, стоим здесь, ждем их. Генерал с фланга обходит. Давай, 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 хватаем, хватаем его. И генералам сюда. Отлично, тоже раздуплили их. Тоже побежали отряды. Да что ж ты остановился, бедолага. Вперед. Так, идет, 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 идет на чардж. Ёб твою мать. По кому ж ты долбишь-то? Стоп пока. Стоп пока. Все, схапали еще одного. Замечательно. Так, все, Кава тоже сдулась. Замечательно. Что у нас там? Палатинская гвардия идет. Там отряды копейщиков еще. Готовимся сейчас их принимать. Стоп, пока стрельба. Вот, если стреляем, то по тем только. Вообще, вот сюда идите. Не бесите меня. Блин, вы дебилы. Нет, реально дебилы. По своим гасят. Вроде стрельба. Что, не отключил он, что ли, ее? Сюда стреляйте. Ха, ну как так? Я же показал, сюда стрелять. Оружие и бегут с поля боя. Так, за лучниками один отряд отправляем.
Бля, генерала моего шпилят на таком расстоянии. Давайте сюда на сушу. Вот, блин, когда надо стрелять, они хер сделают выстрел. Вот не надо стрелять, они начинают херачить. Все, победа. Блин, ну жестко, жестко. Фух. Опасненько было. Это заразина все-таки уцелела, да, у меня? Блин, убивать еще не умеешь у меня. Ладно. Так. Прочность корпуса, сплоченность. Доход при налете. Стоимость содержания флота. Вот. Вот это будем качать с вами. Так. Нанять мы пока никого не можем. Вот это все, наверное, объединим, возьмем. Так, это разные корабли, их не объединить. Нанять тоже никого не можем, плохо. Причал, блин, ну а с денег на причал, на ремонт причала нету даже. Так, это под снос, это под снос, это ремонтируем. Это, блин, 2000 стоит отремонтировать. И я вот думаю, не нападут ли на меня потом с моря какие-нибудь франки. По идее, не должны. Ну, всякое может быть. Надо город захватывать на следующий ход, перебрасывать армию пока что в прибрежное поселение. Поднанять флот получше. Потом тогда уже идти захватывать вот этот город. Ну, а нам сейчас надо будет проштурмовать Лондиний. Лондиний. Поехали. Так, дождь убираем. Кстати, если не ошибаюсь, город должен быть очень сильно разрушен. Там нам сказали, что у них 10 проломов в стене. А, ну вот они. Здесь ничего, все целое, да? А вот тут прям гуляй, 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 заходи. Все тут прям как раз кинора 10 и есть. Вот отсюда пойдем на штурм города. Вот эту башню надо будет сразу разнести, здесь постараться мне. А, они даже на меня вылазкой пошли. Прекрасно. Я даже не думал, что они рискнут. Хотя не, они на вылазку не пошли, они просто стоят это, обороняют вот эти руины свои. Так, я так полагаю, что проблема башню с башней, да, у нас тут? Ни хрена ее вынести не может. Ну да, три залпа, все ушли мимо. Так, далеко. Во, все. Их башня рухнула. Отлично! Проблема решена сразу же.
Так, по дальним гасим. Хотя город, урон поселению всего 1%. Кто-то все-таки пошел в атаку. Давайте топоры в бой. Сейчас вот здесь заберемся и сзади зайдем. Давай сюда. Продолжаем напор. Вперед. Так, это уводим. Нифига здесь не получится мне обойти их. Ладно, постоим, чтоб не били еще. Так, и вот этих обходим сзади. Дозорные заметили врага. Отлично, сейчас топоры зайдут. Ну, вперед. Не стоим. Во, отлично. И сюда. Шикарно. Не, башню он явно не хочет убивать. Я смотрю так. Так, отряд сюда. Так, здесь, блин, лучники, давайте сюда. Шпарите прям по-своему. Ох, понеслись как. Давай, застрелов. Принимаем. Весь город спалили практически. Поехали. Не, определенно, я же говорю, катапульта о башне ничего не слышала. Приказ она не распознала, что надо ее бить. Всегда выгорал, как они их бьют. Так, копейщиков мне порвали там. Но они очень, очень долго сражались сами, без помощи. Давай вот сюда сейчас. Так, здесь их разорвали. Вперед. Сейчас кавай на центр. Нет, ты меня не понял, дружище. Тебя вот туда вот. Мне надо кавой вот сюда вот зайти сейчас.
все скол. Противник собрал войска и вернул их в бой. Давай, ладно, так уж и быть, один отряд кавы сюда отправим, чтобы уже этих добить, засранцев. Генерал стоит. Точка победы скоро будет нашей. Догнать. Так, эти пускай тут стоят, захватывают точку победы. Сейчас он все равно должен зашевелиться. Не будет же он там стоять все время. Так, отрядик, давайте на захват. Блин, уже уж об эта башня. Ну давай, 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 вечно подглючивает что-то. Чё за хрень? Охренеть. Просто из-за того, что я сюда указал Каве побежать, у меня такой тормоз был. Он не хочет идти. Так, ой, назад, 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 возвращайся. Назад. Он в панике. Колеблю. Сейчас чарши не побегут сразу же. И пехота. Все, покарали. Генерал до последнего сопротивлялся. Все, город мы взяли. Оккупировать тоже. Ну все, провинция наша. Так. Что тут у нас есть? Цивитас. Давайте его ремонтируем. Таберны. Перестроим потом под зал собраний. А латинская часовня. Я ее тоже потом перестрою под каменный курган. И здесь тогда пока что отстроим амбар, санитарию. Пока вот так вот. Тут интересно, сколько ячеек у нас. Две, да? Открыто. Ладно, хорошо. Что мы там, хозяйство возвели с вами? Ага. Ну, пока денег нет, на следующий ход все это постараемся построить. Так. Скорость исследования, налоговая ставка у тебя тут стоит. Не появилось ничего нового. Опа, стоимость содержания минус 10 для пехоты ближнего боя. Шикарно, шикарно, шикарно. И знаете, что сейчас еще я сделаю? Я возьму как раз таки вот этого мудрого короля Алама. Сейчас я его с должности с Нижней Британии сброшу. Я его на следующий ход хочу в Лондине поставить. Потому что у него идет минус к содержанию. Для армии, да, там, где он находится. Так как у нас сейчас армия и флот будут базироваться здесь, соответственно, мы будем получать бонус. А сюда мы поставим просто, ну вот, купца, я думаю, и поставим. Вот это кто? Не, купца. Танко. А, так, подожди. Окей, ремонт пока не делаем. И пойдешь ты у меня в Нижнюю... В Нижнюю Британию. На тебе сразу тут указ.
На тебе тут. Уродливый. Чего ж ты у меня уродливый-то? Авторитет, общественный порядок, минус один. Вот ты засранец. Херуистия губернатор получился. Так, а у нас там у мудрого короля Лама вроде был общественный порядок. Бонус, нет. Религиозное явление для кельтского язычества. Блин. На, держи налоговую ставку. Стоимость строительства нетарийных построек. Это мы перебросим королю сейчас. Вот этому. Где он у нас там? На, вот так вот. Это держи себе. Минус 6 порядок схлопотали. И это учитывая, что у нас здесь даже стоит два жреца. Так, ну завершаем ход. Губернатора на следующий ход назначим. Поехали. Вот сволочь, набрал наемников. Вот я так и знал. Три отряда застрельщиков. Топорники, наемный кельтский отряд топорников. И вот это вот говнецо, которое мы не добили тогда. Ну, поехали. Так, ну, будем сейчас пытаться выруливать тем, что у нас есть. А есть у нас, конечно, немногое. А, баррикаду, будем ли ставить баррикаду? Я думаю, ее смысла ставить нет. Можно единственное ее вот здесь поставить, попробовать. Так, потом флот, лучники тут у нас стоят. Вот так вот. Наш город сильно пострадал в этом бою. Генерал здесь. Не знаю как, но сейчас будем что-то пытаться делать. Есть у меня идейка небольшая. Попробую ее сейчас реализовать. Так, это два корабля. Где мой третий? Сюда же третий ставим. Так, Либурна. Сюда. Все вроде. Поехали. Вот они где все. Три отряда застрельщиков. Топорники. Наемный кельтский отряд и три отряда застрельщиков. У них больше людей. Все, начинаем валить его. Давай, давай, сюда бы выстрелил бы разочек, там бы хорошо бы сейчас положили их, пока не... Ай, все, башня полностью разрушена! Тебе ли это говорить? Прямо сюда, к берегу. Еще залп. Так, вот этим сейчас давай. Вы меня вот этими занимаетесь. Идут сюда застрелы. Назад отплываем. Ships ready.
Так, перезарядку. Вот этих. Топорники. От отряда не осталось никого. Валим их. Отлично. Стоп. К берегу не подплывай. Боезапас пополнен. Продолжайте стрелять. Гасим их. Вот этих застрелов. Снимаем. Наши воины получили. Корабль больше не может стрелять. Давай перезарядку. Хрен вам, а не город сегодня будет. Так, куда? Кого ты там валишь? Давай. Вот сюда, вот в этих. Боезапас пополнен! Сейчас, как только мы перебьем всех, кто тут на берегу стоит, мы высадим еще один корабль. Они, естественно, на этот отряд сбегутся, мы продолжаем их с моря расстреливать. Так, те убежали у нас, отлично. Давай поближе подплывай. Вот от тех, где не достаем, да, сейчас? Че, корабль тогда высаживаем, наверное. А, вот смотри, отлично. Все возможно. Главное подплыть. И до тех даже там достаем, я вижу. Подкату пополнение юзать, подкату. И все. Корабль пополнил боезапас. Враг собирается силами. Так, один готов. Давайте вот этих, может, бомжей высадим сейчас. А вот здесь вот высадим. Боезапас пополнен. Продолжайте стрелять. Ну а потом останется только сделать масштабную высадку своими оставшимися частями и развалить этого генерала. Сейчас сюда топорники прибегут. Быстро пополняемся. Давай сюда. Сюда. Все, валим его. Валим. Боеприпасы погружены. Мы снова можем стрелять. Отлично. Давай. Бежит. Еще вернется, наверное, да? Они да, возвращается. Да ёпт, куда ты меня отталкиваешь? Царь упоротый. Боезапас пополнен! Так, готово. Ну что, надо тех теперь пытаться достать. А тех нет, достаем. Давай, следующий отряд. Вот с этими будет проблема, конечно. О, сам сюда генерал попёр. Крутяк. Нет, остановился. Ну, тут можно их загнать, кстати, в ловушку. Попробовать. Не ведутся пока. О, пошли.
И ушли сразу же. Наши воины бегут с поля боя. Какой позор! Давай, давай, гасим. Они сейчас будут по нашему кораблю пытаться еще мочить. Корабль заполнил боезапас. Они никак не смирятся с поражением. Они снова идут в бой. Почти шлепнули его. Боезапас пополнен! Опа, готов. Еще один. Шикарно. Мы вообще играем даже на ускорении просто. Так, ну что, следующий надо корабль готовить. Корабль пополнил боезапас. Так, вот их уже побольше будет. Вот сюда вот подходим, в зону их агро. Не цепляются. Оп, идут. Нет, не идут. Так, ладно, давайте, в принципе, всех высадим. Ладно, хрен с ним, я думаю, мы должны будем справиться. В принципе, всего два отряда осталось, как бы. Отправим вот этих ребят за застрелами. Их, конечно, положат мне. Сейчас сюда попробуем подвести. Посмотрим, что они будут делать у меня. Генералам, если что, не рискуем. Давай, разряжай в него. Стоп! Наверное, без вариантов, да? Одного только грохнули. Да, как оказалось, без вариантов. Сейчас разберемся с ними. Так, тебя сюда. Тебя сюда. Это, конечно, потребует времени, но это маневры наши, чтобы одержать победу. Хватаем его. Смотри, зараза, согрелись на полководца, да? Но все-таки мы их покараем. Куда им деваться-то? Добиваем. Все, минус отряд. Замечательно. Замечательно. Так, теперь в итоге что мы с вами делаем? Вот этих ребят сюда ведем. Этих ребят здесь готовим. Ну, можно, в принципе, давай сюда иди.
Сейчас все подойдут на изготовленную позицию для атаки. Я думаю, можем начинать. Сзади сейчас у нас подойдут отряды. Давай, сюда, побыстрее идем. Все, потрясены. Устрашение и добиваем их. Вот такая вот у нас эпичная битва в заключении нашего прохождения сегодня. Давайте генерала убиваем. Мы на пороге победы. Что-то заразина не уцелела уже. Царь живучий. Неужели он убежал? Вот будет угар, если он спасся. Все. Готов, красавец. Да, жесткая битва была, конечно. Так, губернаторов уже четверых можем назначить. У нас голод наступил еще не вовремя. Ох-ох-ох, отчего? Я вроде снес, наоборот, постройки, которые требуют жрачку у меня. Надо срочно поля строить. Хотел города начать строить, но нужны поля сейчас. Потому что два хода у нас, иначе будет голод держаться. А, ладно, друзья, в принципе, это мы уже с вами продолжим в следующей серии. На сегодня мы с вами заканчиваем. Вот такие вот у нас получились сегодня три довольно эпичных битвы. Если они вам понравились, безусловно, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, чтобы получать все уведомления. И тогда мы с вами вновь увидимся на новом видео, друзья. Всем пока!